Ну, главное, что порадовал и болельщиков, и вас, и команду, и всех, кто связан с ней. Очень рады, тяжелая была игра, все видели, ЦСКА владел мячом, мы играли вторым номером, но знали, что надо делать, и на своих контратаках свои моменты забили и доиграли матч до конца. Почувствовали, что можно как-то попрессинговать чуть-чуть, но это было эпизодами, не более. И вышли, как и всегда, я думаю, ну, может быть, в первом тайме поменьше было таких моментов, но также вышли спокойно, да. Сегодня обратил внимание, пару дуэлей у тебя состоялось с Фернандесом. Весь матч. Каково с этим сумасшедшим бразильцем бегать? Тяжело. Ну, игрок сборной, основной правозащитник, этим все сказано. И по игре видели, что весь матч, грубо говоря, я играл с ним. Так получилось, там не передать никому его нельзя было, надо было доигрывать с ним. И, надо было и доигрывал, поэтому... Но ты его и сам съел неплохо. Надо отметить, что парень действительно кто-то реактивный, физически покрепче тебя. Но пару раз он только убежал, ты же давно. Да, пару моментов я пропустил, но, говорю, только пришлось так играть, потому что он высоко поднимался, и так надо было, так и сыграли, поэтому... Ну что, вторая игра с Арсеналом, мы тоже дома, наверное, это в плюс команде, что вот две игры подряд дома. Давайте потом, с Арсеналом уже, после Арсенала, если что, поговорим. Ну, как болельщики говорят, должок вернули ЦСКА, должок вернуть и Арсенал. Да, будем стараться, конечно, тем более дома, будет, я думаю, приятно болельщикам, если мы две из двух выиграем, но как пойдет, загадывать не будем, уже как после игры посмотрим, как будет, будем готовиться пока. Болельщикам спасибо всем.